Девочки, всем привет! В предыдущих видео мы делали два вот этих ногтя. У нас были эксперименты, два удачных эксперимента, я считаю. И сейчас у нас будет третий эксперимент. Все три будут эксперимента на этом ногте. Посмотрим, что из этого получится. Для начала нам нужно полностью убрать родной ноготь. Теперь мы подготавливаем ногтевое ложе к наращиванию. Мы его сейчас будем пропиливать, но кутикулу отодвигать мы не будем. И трогать под кутикулой ничего мы не будем. Поехали. Обрабатываем ноготок. Покрываем, наносим тонко прозрачный гель. Смотрим, чтобы не было затеков. Затеки обязательно убираем. Так сушить нельзя. Сушим минуту. И один квадратик наращиваем подложку. Длиннее не надо. Квадратик вполне будет достаточно. Потому что у нас эксперимент третий. Мы будем сейчас в форме высушивать кончик, а потом уже выкладывать еще полигель и уже прикладывать. Посмотрим, что из этого получится. Очень интересно. Вот так один квадратик сделали. И теперь очень-очень аккуратно снимаем. Начинаем с боков. Давим. Вот так, до щелчка, чтобы гель отсоединился от формы. И теперь также с обратной стороны. Аккуратненько, ничего никуда не тянем. Сначала мы сжимаем форму вот так, а потом вниз тянем. Наверх ни в коем случае ничего не тянем. Вот так у нас должно получиться. Видите, точки в рост все перекрыты. Все хорошо. И вот теперь мы берем нашу форму. Какой у нас номерок идет? Давайте померим четверочку. Четверочка какая-то прям огромная сюда. Значит, мы возьмем пятерочку. Вот она, наша пятерочка. И примерим. Да, пятерочка сама то. Ну, теперь, девочки, берем маркер и отмечаем то расстояние, которое мы сможем с вами высушить. Наш эксперимент мы хотим с вами высушить. Что мы можем с вами высушить? Мы можем высушить с вами только вот отсюда и до конца. Вот это мы можем с вами сейчас высушить. То, что будет попадать на подложку, сушить ни в коем случае не надо. Потому что подложка уже высушенная. Хотя, знаете, но это уже будет не в этом видео. Это будет уже четвертый эксперимент. Ладно, а сейчас мы будем делать нашу красоту. Первым делом мы наносим наш защитный слой. Не то чтобы защитный, он у нас будет такой для надежности слой, чтобы клиентки
нарастить красивые ногти. Так, что-то тут попалось. Убираем обязательно. Я думала, это с другой стороны. Оказывается, с этой. Наносим очень тоненький слой прозрачного геля. С бортиками, конечно, обязательно наносим. Бортики нам очень помогают при опиле. Давайте рискнем, девочки. Устанавливаем золото. Как вам? Ну, ничего так выглядит. И вторую такую же хочу красотку сюда взять. Где вот она. Ну, конечно, здесь будет их не две, а больше. Но самые красивые я возьму себе. А на большой ноготок я уже нашла, что я буду делать, когда у меня будет прямой эфир. Я сделаю кое-что красиво. Сейчас посмотрим, если мне понравится вот такой вариант с золотом, то на большой ноготок тоже с золота буду делать. Хотя, наверное, и одного достаточно. Так, но у нас как-то стоит прям по центру. Но ей позволительно, потому что она очень-очень красивая. А эту мы поставим вот сюда сбоку. Так, ну да, вроде красиво все расположено. Немножко вот так. Еще берем. Вот это тоже мне очень нравится. И выкладываем куда-нибудь, даже не знаю куда, наверное, придется верхнюю немножко сдвинуть и вторую тут тоже, потому что как-то я слишком уж разложилась тут, как-то не очень компактно. Может быть, надо их разъединить друг от дружки. А то они как-то друг за дружкой одинаково идут. Давайте вот эту поставим сюда. А вот эту красотку спустим. Вот так. Давайте глянем, что у нас тут. Немножко в бок все-таки придется вот эту делать. Иначе как-то по центру. Ой, вот в этот другой бок. Такая следа есть желтая, но не золотая. А вот хлопья... Там такая красота неописуемая. Я уже очень жду, хотя сегодня только оплатила. Но я уже очень хочу, чтобы это побыстрее пришло. Вот эта штучка, мне кажется, создаст нам пузыри. Так, ну я думаю, достаточно, чтобы не было перебора. Высохла, девочки. Теперь вы видите нашу меточку, фломастер? Вот до этой меточки мы выкладываем идеально кончик и сушим. А потом уже делаем дальше. Посмотрим, вообще есть смысл так делать или нет. Потому что как бы проблем кончик нам особо не доставляет. Потому что мы его особо и не равняем, когда нажимаем. Мы сразу убираем излишки. И потом оставшиеся излишки выпиливаем. То есть нам кончик вообще никак не мешает, но посмотрим. Если будет возможность, например, я буду знать номерки модели или клиента, и у меня будет возможность выкладывать, то я буду так делать, чтобы при клиенте кончик не сидеть, не выкладывать заранее. Если будет красиво сейчас, конечно, мы же еще не знаем. Это же эксперимент очередной. Юля экспериментаторша, надо канал так называть. Каждый день какие-то эксперименты. Я такой человек. Не люблю, как у всех. Я люблю свое придумать. Знаете, девочки, то, что там кто-то пишет, что ой, ты там повторила, не повторила. Между прочим, народу в нашей вселенной, в нашем мире, народу очень много. И каждую минуту кто-то что-то придумывает. Если кто-то один что-то придумал, это не говорит, что он такой умный на все миллиард народа, а остальные все тупые. Да сейчас вот сидят, и человек 100 то же самое делает, что и я. И что мне теперь ходить доказывать, что я первая это придумала? Ну это бред какой-то. Кто-то просто умный, в кавычках, берет и идет патенты создает себе. Запатентовывает свое там открытие. Хотя, знаете, это открытие, может, уже давным-давно кто-то придумал, просто не пошел ничего запатентовывать. Вот и все. Не надо там придумывать и рассказывать, что кто-то за кем-то повторяет.
очень много умных людей на свете. Вы не одна такая, так что не надо. Так, ну что, девочки, давайте выгладим и рискнем. Я первый раз так делаю, если честно, сушу вот это сразу, а потом буду добавлять. Но мне все-таки кажется, то, что из-за того, что это аквариум, и он уже готовый, то, что видно особо не будет, что это тут как-то высушено, а то еще не было. Потому что видите, там сколько всего лежит. Ну, сейчас и проверим, будет видно или нет. Самое главное нам все выровнять, чтобы потом не пилить. Посмотрите, вот тут обязательно, чтобы тут тоже ничего не пилить. Все, давайте сушим минуту. Готово. Продолжаем выкладывать остальное. Так как это замес и он густой, то, девочки, давим посильнее на ноготь для того, чтобы выдавить пузырьки. Проверяем обязательно, чтобы не было пузырей, потому что густой очень замес. Давайте посмотрим, разница вообще есть. Смотрите, вообще разницы никакой. Такое ощущение, что я только что это все выложила. Как вам золото? Я пока не понимаю, красиво это или нет. Я надеюсь, что мне понравится, потому что переделывать опять неохота, как с елочкой. Ну, конечно, красиво получилось, но я хотела пастельные ногти все-таки. Поэтому я переделала. Так, ну все. Значит, девочки, у нас тут с вами два эксперимента. Вот один уже есть. Второй, то, что мы не заходим под кутикулу, мы близко к ней вообще не подходим. А третий, это то, что мы вот уже высушили, и он работает. Смотрите, я вообще не вижу, что здесь что-то как-то второй раз выложено. Ставим. Кутикулу мы не отодвигали, значит, мы к ней не подходим. Мы оставляем. От кутикулы расстояние миллиметра 2 это минимум. Можно дольше, больше. Собираем. Не разбрасываемся. Смотрим внизу, что у нас. Внизу у нас вот такой наплыв. Убираем наш наплыв. Тут уже все сухо, поэтому можно нажимать, ничего не произойдет. Просто вот так берем и убираем наплыв. Не надо его растягивать вниз. Мы там уже все с вами сделали. Там лишний материал вообще не нужен. Вот так убрали. Остальное можно выгладить капельку. Вот прям капельку, капельку. Вот так все равно тут еще будет. Я вам сразу говорю, что тут еще будет наплыв. Потому что мы будем сейчас давить на ноготь, чтобы сушить. Мы вот так просто вот приложив... И все, мы так не сушим. Вот так доходим и оставляем вот такое расстояние от кутикулы. Ни в коем случае мы туда не лезем. Стараемся, конечно, по максимуму убрать материал, потому что жалко, девочки, раскидываться этим материалом. Таким красивым особенно. Вот смотрите, все. Давайте смотреть равноту. Как вам золото, девочки? Вообще, что попало, если честно? Мне вообще не нравится, что здесь золото. С серебром так нежненько было. Блин, зачем я это сделала? Это как цыганка теперь. Да, девочки? Некрасиво же. Все, я расстроена. Не буду продолжать. Не хочу. Мне не нравится. Все. Всем до свидания, девочки. Не хочу продолжать даже. У меня настроение испортилось. Шучу. Юля никогда не сдается. Юля идет до победного. Добивается своей цели всегда. Главное захотеть, девочки. Видите, вот про это я вам говорила. Это единственный минус в таком наращивании. Ничего страшного, я принимаю. Это лучше, чем на верхних формах такую форму сидеть и 3 часа пилить. Я за то, чтобы минимизировать опил. Вот за что я. Мало того, что мы его минимизируем, так мы еще и ускоряемся намного. Намного ускоряемся за счет такого наращивания. Так, ноготь вроде стоит ровно, да? Или нет? По-моему, он чуть-чуть вот сюда надо его вот так. Все, теперь мы прижимаем его сильно к родному ногтю и сушим с 2 руками, да, минуту. Девочки, вот такой у нас перерасход материала получился. Ну да, вот такой перерасход. Но еще и знаете, из-за того, что я... подстраиваю это наращивание под клиентов, я не подхожу под кутикулу. Из-за этого тоже, видите, сколько здесь материала. Поэтому вот так вот, девочки. Ну, я думаю, что такое наращивание стоит дорого.
Поэтому мы с вами не разоримся на полигеле. Потому что такое наращивание, реально сама длина уже стоит дорого. Плюс дизайн. Все будет хорошо. Давайте снимать форму и доводить до ума наше наращивание. Ну, не знаю, как с золотом. Девочки, напишите мне в комментарии, как вам с золотом. Что попало, да, наверное, мне кажется. Не знаю, может, сейчас снимем форму, будет красиво. Давайте. Вот, что у нас получилось, девочки. Ой, вот такая цыганщина, короче, получилась. Не знаю, может быть красиво, может, мне кажется. Может, припилить надо, да, поймем, как это. Может быть, даже и пойдет. Так, ну что, девочки, начинаем пилить вот эту форму. И теперь мы только с вами сейчас будем. Это мы делаем клиентское наращивание. Вот так. Но мы не отодвигали, не трогали кутикулу. Под кутикулой мы ничего не трогали. Сейчас мы только это будем все делать. Значит, сейчас мы выпиливаем эту лесенку отсюда. Спиливаем бока. Убираем под низом толщину. Делаем маникюр. Там пропиливаем все везде, обрабатываем, наносим прозрачный гель и выкладываем полигель, и наш ноготь будет готов. Поехали! Выпилила, и теперь можно доращивать. Обрабатываю под кутикулой, потому что я там пилила под кутикулой, обрабатывала, подготавливала,
И теперь мы с вами прям капельку возьмем полигеля и нарастим там. Прям чуть-чуть. Сначала, конечно же, подложечка. Маленькая прям капелючка. И когда вы будете делать так клиентке, потом ногти у нас, конечно же, красивые, идеальные почти, но из-за того, что мы его так доращиваем, нам придется пол ногтя хотя бы, ну, до сюда хотя бы шлифануть и покрыть все. Но я имею в виду не шлифануть прям чуть-чуть, а вот здесь, до, где мы покрывать сейчас будем, здесь мы будем грубым шлифовщиком прям пилить, а шлифануть мягким шлифовщиком придется весь ноготь девочки перед топом, потому что топ на гладкое лучше не наносить. Я так один раз нанесла на гладкое, мне было лень, и что вы думаете? Этот топ пленочкой слез, ну нелегко, конечно, слез, я ему помогла, но все равно он слез. Откуда мы знаем, чем будет заниматься клиентка дома? Может, она тоже любит ковырять, ей интересно, может, станет, что это такое. Поэтому, девочки, нужно прям мягеньким бафиком, чтобы не деформировать ноготь, потому что он же идеальный. Я имею в виду форму саму, мы же идеально все формами верхними делаем. Мы шлифуем очень мягким бафиком, а у кутикулки, конечно, нужно стараться идеально все выложить, чтобы там тоже мягким бафиком шлифануть. Но если вы видите, что там прям бугрище или яма, то придется немножко попилить. Но желательно, конечно, делать так, чтобы ничего не пилить, не выравнивать, а сразу топом перекрыть, чтобы топ это все мог выровнять. Вот смотрите, по-моему, я взяла очень много, потому что в этот раз, вот на этом ногте указательном, я сделала далеко прям от кутикулы, а в этот раз я сделала прям миллиметра 2-1,5 всего лишь от кутикулы, поэтому сюда можно было даже и не выкладывать. Но клиентки, когда будем делать, то, конечно, лучше подстраховаться и добавить. Не только топом это все выровнять, но еще и полигели сюда добавить. И спокойно, с чистой совестью отпустить ее домой, зная, что мы сделали все, что от нас зависит. Мы ничего не пропустили, не халтурили. Все сделали надежно. Нам так будет спокойнее, девочки, с вами спать и жить. Мы не будем об этой клиентке месяц думать. Зачем нам о ней думать? Мы знаем, что мы все сделали круто. Пусть идет спокойно домой. Вот и все. Делаем все возможное, что от нас зависит. Живем спокойно. Я беру кисточку маленькую. Можно это сделать и большой. Но я возьму маленькую, большую, она тоньше на кончике. И она может подлезть очень близко к кутикуле. Не знаю, девочки, как вам золото? Скажите мне, как вам это золото? Я уже чуть не знаю. По-моему, я начинаю жалеть, что я ввязалась в эту авантюру. Лучше бы было бы все одинаково. У меня смотрим внимательно между кутикулой и полигелем. Видите, не хватает. Прям видно эту, вот этот пробел. Вот так не должно быть. Мы туда подталкиваем полигель очень-очень тоненько. Хотя бы чуть-чуть. Вот так. И вот если мастер очень внимательный к таким мелочам, то переделывать и доделывать после сушки ничего не придется. Все будет очень быстро и аккуратно у вас. А если мастер очень невнимательный, то я не знаю, как он работает. Так, я возьму большую кисточку, чтобы пару раз ей махнуть и все выровнять, потому что к этой все прилипает, потому что у меня в этом стаканчике, где я налит спирт, уже непонятно, что творится. Вот видите, вот эти бугры, вот, их тут не должно быть. Это нужно все выравнивать. Чем лучше выровняем, тем меньше мы будем шлифовать. Просто покроем топом, и наши ногти готовы. Но перед сушкой нужно обязательно пройтись зубочисточкой и все уточнить, все ли у нас там с вами убрано или там какой-нибудь. Вот видите, вот маленечко, но потом это будет мешать. Особенно если вы будете покрывать цветным гель-лаком, то, конечно же, будет мешать. Все, сушим минуту. Ноготь готов. Все хорошо. Все надежно, все качественно. Под низом у нас вот так пропилено.
Вот эти вот части боковые у нас, видите? Они у нас надежные, они толстые, потому что здесь нет родного ногтя. В отличие от вот этого. Посмотрите, как здесь тонко, из-за того, что здесь родной ноготь, я его и спилить не могу. А если бы это было прозрачное, то это была бы толщина просто материала. А так, это родной ноготь. Всем вот. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много всего интересного, полезного, красивого. Ставь лайк. До свидания.